Нам нужен не Уго Чавес, нам нужен, нам важны народы Латинской Америки, которым нас связывают традиционные дружественные отношения. А Уго Чавес является одним из великих политиков начала 21 века. Человек, который первый бросил власть, все власти Вашингтона, и хотя его модель развития страны Венесуэла, она может быть во многом спорной, но тем не менее он был ярчайший, очень интересный политик. И характерно, что всегда строго придерживался демократических принципов. И когда его проект Конституции проиграл на референдуме, он полностью признал это свое поражение и не сделал ни малейших попыток как-то фальсифицировать результаты референдума.